Ну и вось, каким будет надворье на Новый год. В прогнозах мокрый снег, туман и гололед. Пановать будут теплые, вельготные поветренные массы из Атлантики. Але дискомфорту прибавить порывистый ветер. Температура поветра в новогоднюю ночь от минус 5 до плюс 2 градусов. Днем от 2 морозу до 4 тепла. Похолодает только у авторок 3 студеня. У Беларусь пошли поступать холодное поветра с полночи Скандинавии. Дневная температура опустится до минус 7 градусов.